Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. 8 октября у нас на календаре. И мы с вами сейчас быстренько пробежимся, посмотрим, в каком состоянии лоза, насколько она вызрела на нашем участке. Когда я показывала видео с урожаями столовых сортов, много было комментариев, что ай-яй-яй, у вас лоза не вызрела. Правда, многие, конечно же, не обращали внимания на то, что некоторые сорта были сняты там конец августа, начало сентября, но с тех пор прошло некоторое время. И вот кое-что мы с вами сейчас и посмотрим. Конечно, сезон этот очень сложный, и то, что вообще что-то вызрело, на самом деле, это очень классно, и спасибо на том. Ну, смотрите, вот это Аркадия. Вот это Аркадия. Я сейчас сделаю вставочку, что было как раз-таки на момент съемки урожаев. Урожайное видео это не вошло, было бы слишком долго, но состояние лозы на тот момент покажу. Частое нарекание на Аркадию, что у нее плохо вызревает лоза. Ну, на самом деле, давайте вспомним, что мы очень сильно влияем на это самое вызревание лозы. Если мы нормально куст нагружаем, перегруза нет, то и лоза нормально зреет. А вот с этой стороны видно, что пошло уже пожелтение побегов. Ну, вот на сегодня, смотрите, достаточно неплохо подозрели. Здесь вот лозы достаточно неплохо подозрели. А вот здесь, смотрите, специально показываю, вот это тоже побег Аркадии, да, и видно, что он уже нормально коричневый. Он такой не один. Вот и здесь есть такие лозы, да, чуть меньше степень вызревания, но тем не менее вполне нормальная для 10 сентября. Вот смотрите, да, вот это вот все Аркадия, вот, метра на полтора лоза вызрела, что хотеть. Вот здесь рядышком тоже, ну да, есть вот не совсем дозревшая, есть дозревшая, но плодоношения нам здесь хватит более чем. Здесь у нас запорожский Аладдин, уже урожай срезан, поэтому не совсем видно, кто где. Ну, зрелые лозы, они видны. Ну, конечно, есть единичные там, вот, да, мало дозрело. Ну, что? Ну, так мы же не все лозы будем оставлять. А на плодоношение он более чем. Сейчас я поднимусь, тоже покажу. Вот, кстати, запорожский. Вот. Так это уже мой рост и вытянутая рука. Более чем достаточно. Вот с этой стороны лоза Аладдина. Ну, то, чтобы отдельно было видно, тоже здесь все хорошо. Это у нас ромбик. Ромбик вообще жировал. Вот. Я даже укладывала лозу в горизонт. Более того, ранними сентябрьскими заморозками у ромбика больше всего побило лист. Ну, тем не менее, нормально вот лозы подозрели. Опять же, на плодоношение нам хватит. И, в принципе, здесь тоже все неплохо. Еще, если неделька какого тепла продержится, более-менее хотя бы без морозов, то вообще все очень даже хорошо. Ну, специально еще с другой стороны показываю. Да, вот. Вот этот вообще хорошо вызрел. Ну, сколько тут? Метра полтора, метра 20. Более чем достаточно. Вот это у нас Мария Магдалена. Ну, у нее вообще всегда лоза вперед урожая зреет. Тоже у многих побегов практически вот по всей длине. Академик тоже есть вполне зрелые лозы. Да, вот соседние не очень. Вот это вполне. Следующий рядышком тоже. Вот на другой плоскости уже нормально вызревшая лоза. Про сенью можно вообще не говорить. Его при любой нагрузке, а нагрузка здесь была, ого-го. Вызревание лоз практически стопроцентное и практически всегда до верха. Причем и более толстые, и более тонкие. Все тут прекрасно вызревшее. Вот здесь у нас лоза преображения, кстати, в этом году очень даже и неплохо зреет. Ну, что-то не дозреет, обрежем рожки. Невелика беда. Или там кордон беликовый. Будем смотреть по ситуации. Пока вегетация продолжается некоторых сортов. Поэтому, ну, конечно, никто не исключает, что завтра придет заморозок. Ну, придет.
Что делать? Выше головы, к сожалению, не прыгнешь. Ну, то байконура тоже вполне неплохо зреет и вполне еще может дозреть. Вообще с вызреванием бывает так, что он стоит на месте, потом раз, и понятно, в течение пары дней все коричневое, все замечательно. Ну, кстати, здесь вот преображение даже пару ягодок есть. И вот здесь лозы. Ну, вполне неплохо. Ну, а то со слозой так себе. Ну, он у нас тут и растет, и мне не нравится это место. Хотя на рожки вполне можно будет обрезать, да здесь. Вот. Даже если мы вот столько обрежем, уже будет чего плодоносить в следующем году. Здесь у нас память учителя. Ну, вот тоже. Да, тоненький. Ну, вызревшие. С другой стороны, потолще лозы. Ну, пока не очень. Здесь совсем толстая. Ну, процессы идут рядышком. Кстати, вот совсем хороший вызревший побег. Так что, ну, что-то да будет. Вот здесь Армани, там на второй плоскости тоже есть его побеги. Ну, у него вообще замечательнейшая вызрела лоза уже на сегодняшний день. Ну, тут со слозой не очень. Ну, честно говоря, он как-то и жировал, несмотря на то, что под нормальной вроде как нагрузкой был. Но, опять же, пока вегетация продолжается, в принципе, можно положить сейчас эти лозы с панбордом накрыть. И вообще все нормально будет. Так что было почем беспокоиться. Тем более, что он на самом деле... Вот здесь очень неплохо. Пару дней и будет нормально. Ну, а здесь вот, например, лозы Галанта в этом году шикарно вызревает. Да, есть вот одна такая зеленая, да, все остальные, ну, большинство, во всяком случае, прекрасно вызрели полностью до верха. Так что все очень даже неплохо. Конечно, хотелось бы лучше, всегда хочется лучше, но надо учитывать все обстоятельства, все возможности, делать выводы уже исходя из этого. Сейчас что можно сделать для вызревания лозы? Ну, конечно, если у кого-то уже пришли заморозки и лист опал уже, мы ничего не сделаем. Но если заморозков еще нету, уже особо калием работать по листу смысла нет, потому что температура низковатая, это все плохо усваивается. Но если что-то вам ценно, какие-то кусты, какие-то лозы, значит, на нижнюю проволоку опускаем, прикрываем спанбондом, и там дозревает. В прошлом году у меня так каберне кортис прекрасно дозрел побег, был жирующий один. Ну и все нормально, и в этом году дал урожай. Ну, вообще будем надеяться, что все-таки бабье лето еще немножко у нас постоит, нас порадует, и все с нами, с нашими лозами будет хорошо. Вообще были бы сами здоровы. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!